первый голос азербайджанского мюзикла. Кто она и откуда? Сегодня именно эту талантливую хрупкую девушку называют первым голосом азербайджанского мюзикла. Самые грандиозные номера мировых мюзиклов в исполнении студии Jam Group и столицы Натальи Гусейновой прозвучат в театре песни имени Рашида Бейбутова. Мюзикл – невероятно сложный жанр, включающий в себя артистизм, хореографию, вокал и многое другое. Артист мюзикла должен быть мобильным и многофункциональным, ответственным и выносливым. Самое сложное – это перевоплощаться из роли в роль в сжатые сроки. Готовимся мы на протяжении месяца. Очень интенсивные у нас тренировки и занятия проходили перед концертом. И сегодня моих зрителей ждет небольшой эксклюзив. Я надеюсь, что вам очень понравится. Студия Jam Group в течение года подготовила несколько постановок для детей и взрослых и представила самые лучшие номера из 6 мюзиклов «Бенефиса». Сегодня компания Jam Group представит самые яркие моменты из 6 мировых мюзиклов. Почему? Потому что в течение года мы ставим очень много детских мюзиклов, но и взрослые тоже. И сегодня мы покажем самые яркие песни, номера и хотим, чтобы люди знали, откуда они, и приходили на эти мюзиклы. Натаван Гулиева представила зрителям свои лучшие номера из таких всемирно известных мюзиклов, как «Чикаго», «Гэтсби», «Мулен Руж», «Бурлеск», «Аладдин» и «Холодное сердце». Фарид Джабаров, Гейдар Расулзаде, Турал Уруджов, Новости Астаны.